Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Четвертый день, забираем 15 кристаллов. Так, здесь у нас форсаж на спорткар выпадает. Так, ну что, будем получать вот эти вот новые колеса сегодня. Так, здесь ничего интересного нету. Так, здесь тоже ничего хорошего. Так, футбол. Новая физиономия. Так, крылья, ускоритель, дым. Угу. Так, команда, результаты. А результаты... Какая гонка? Нет у меня нужных машин. Так, давай-ка сундук заберем. Монетный ускоритель, но это у нас на дизель. Так. Всем привет. Так, ну что, друзья, поехали, короче, за колесами. Пещеры ледяного огня. Знаешь, что я не поменял? Наш вид. Давай, давай, давай. А сколько здесь гонок? Я что-то не посмотрел. Ладно. Опа, опа, ребята. Знакомая вам вот такая вот штука? Я думаю, знакома. Те, кто смотрит меня на постоянку, это опять... Они опять просто мне взяли, ребята, и все испортили. Специально, причем. Именно на прыжке. Надо было этому несчастному ветру дунуть. Ого, смотри, как тягач там рвет когти. Ну, я все-таки первый. И все поголовно перевернулись. Да, мне, честно говоря, что-то так обидно, то, что мы там сфейлились. О, я, кажется, помню. Это, случайно, нигде у нас эти камни до валуны? А, именно оно. Тягач просто не отстает от меня, да? Но я первый. Какой настырный, а ты посмотри на этого тягача. Что, куда мы там летим, я не знаю, ребят. Ой-ой-ой. Да ты будешь ехать-то, чё? Понятно. Приехали, называется. Да, конечно, не спорю, первое место занял, но так паршивенько. Ну что, очередная гонка, давай-ка мы поменяем с тобой рандомно. О. Так, а у нас еще анимация же есть новая, да? Вот это вот. Тынь-тынь-тынь-тынь. Блин, дайте что-нибудь. О. Пускай будет вот так вот. Типа девушка-строитель или кто он там, я не знаю. Ну, она в каске, и главное, в наушниках, да? Так, супердизель. Супердизелек рвет копыта, ребята. Опа! А как он там делает, интересно мне знать. Все, я понял. На нитро. Друзья, он просто ехал на нитро, и все. Я в воду. Да что ж такое-то, скорость теряем и все. Оу, как меня подкинуло. Вот это было, опять же было, ребята, подленько. Опять же было подленько, понимаешь? Если ты меня закидываешь туда, ты будь добр тогда и ускоряйся там. Фиг ли ты мне спускаешь скорость, блин, а?
Объясни. Давай, давай, хотя бы, может, тут первое место займем все-таки? Не уверен, конечно. Так, это не вода? А то я знаю, там в воду, где можно было упасть и... перевернуться. Первым, первым все-таки мы прибыли. Давай-ка откроем здесь. Окей, здесь тоже открываем. Ничего хорошего я не вижу. Забытое шоссе. Почему так долго грузится? Поехали. О-о-о, спорткар меня там обгоняет, ребят. И тягач туда же. Мы что, их, получается, обхитрили, что ли, всех? Ну, получается так. Тут, кстати, одна гонка всего лишь. Ну, и тем круче для нас. Все, ребята, проехали. Хорошо-то как получилось, а? Слушай, наверное, мы возьмем сегодня с тобой 50 тысяч кубков. Вот зачем ты так сделал, а? А почему так здоровски летает? На чем он там летает так здоровски, а, ребята, я не понимаю. Вторым. Как он там перелетел, спорткар этот? Я не врубился, если честно. А, у него крылья монетный ускоритель. Так и чё крылья монетный ускоритель? А как он летит-то так, ты мне объясни. Вот чего я не понял. Так, здесь мы опять вторыми прибыли. Последняя гонка решит все. Какими мы будем, первыми или не первыми? Так, у них тут еще ускорители колес, я смотрю, по крайней мере, у этого стоит. А тот уж шуршал уже фиг знает куда. Когда еще. Не, мне кажется, вряд ли, ребята. На третьем месте, то есть получается я третий. То есть меня опять назад скинули, да? Давай вниз. Я смотрю, тягач-то там самый умный, что ли? Да, тягачок. Но не повезло, что я могу сказать. А мы первые. Чё-то я так и не понял. Как мы там умудрились, блин, профукать, а? О, вот эти вот валуны. Как бы не особо хотелось бы мне тут. Ёк-макрюк, я прям на камне, да? Ты посмотри, а, мы самые последние едем. Нет, нет. Все, ребята, вот это попали. Вот это я попал, блин. Да разбейся тогда уж, все. Я в шоке. Втюхаться в какие-то валуны. Так, я вниз поеду.
Там тягач, что ли, сзади? Кто там едет? Что за трасса-то такая невыносимая, а? Блин, первым все-таки. Что-то уж вообще какая-то сложнотень была сейчас только что. Так, друзья, грязное ралли у нас с вами. Почему такие долгие прогрузки-то? Я там Самвел помчался, как пуля. Угу. Все-таки первым приехал. А этот самый последний, который тут рванул, я не знаю, как кто, как сумасшедший. Да как ты там меня, гаденыш, обгоняешь? Я не могу понять, что у него там стоит. Да нет у него там ничего. А, ну это же вроде бы как, ну, на прыжках. Вроде как сальтушки должен крутить, если я не ошибаюсь. Ну и куда ты вперед, батьки-то, а? Еще тут один паршивец. Джо Джеджинг. Джон Джеджинг, ё-моё. Не получилось у него. Блин, тут еще одна гонка, оказывается. Ну не надо тупить, ну пожалуйста. Ну вот и все, вот тебе и весь расклад. Какое место-то? Первое. Как он вот начинает вот это вот подлеты свои делать? Нафиг они мне нужны, твои вот эти вот подпрыгивания. Они вообще мне даром не нужны. А он все равно их делает. Воу-воу-воу. То на что гораздо, да? Куда? Лезет, блин. Бомжара какой-то тут. Я немножко даже удивлен, почему он на этой, как сказать-то, ну что там, на форсаже, что ли, едет чувак этот? Он форсаж имеет, ё-моё. Да чтоб тебе горючка кончилась, а? Хлыщ ты этакий. Е, первый. Скажи мне, как у него хватает горючего для такого долгого форсажа? М? Вот и я не знаю как. Горючее кончилось? Или что там у него? Что там с ним случилось? А, он притормозить решил, чтобы взять горючее. Вот оно что, ребят. Ну, сфейлился он. Так, а мы? Мы не доехали, да? Так, зимние шины, колесный ускоритель. Здесь у нас выпадает крылья и, опять же, колесный ускоритель. Привет, ты видос снимаешь? Да. Так, что я хотел-то сделать? А, я хотел пойти на гонки, но единственное, что... Я хотел точно, ребят.
Я хотел наш... Где у нас это багги? Вот оно, да? Бесплатно. Прокачиваем потихоньку. Потом будем смотреть. Вообще надо было, наверное, все машины купить. Да, а потом уже заниматься этим. Слушай, а зачем вот на баге эта штука, если она уже есть? Автоматически усиленная, нет? Разве это не она? Вот это вот, каркас. Не... Ой! Я что сделал? Ребята, я баги взял. Я не хотел. Хотя, с другой стороны, где я там еду-то? Блин, так непривычно на ней ехать, если честно. Ее закидывают. У меня же еще на этой машине ничего не стоит, прикинь. Я же ничего не ставил. Ну и баги. Нет, ребят, это... Я не... На ней, во-первых, ничего не стояло, на этой баге. Сам себе только сделал фигню. Она не прокачанная, плюс на ней ничего не стояло, ё-моё. И как ее несет, опять же, закидывает вверху, передок у нее. Это трындец, ребят. Если сравнивать ролейку вообще, вот, то это небо и земля. Так, что там у нас? Я не знаю, что там у нас впереди. Из-за этой ролейки, которая у нас была, блин, мы... Ой, из-за этого багги, что у нас было, ребят, мы себе целую гонку... подпортили, скажем так. Упс. Давай, 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 давай. Лучше так. Есть. Так, ну что, здесь тоже первое место. Поехали. Вот это вот было... глупо, наверное. Теперь вот попробую обогнать их тут. Есть! Полетел. Первое место заняли. Да в плане еще до сих пор не взяли, что ли? Мы уже возле этих колес, я не знаю, сколько крутимся по времени. И все до сих пор не взяли. Это у нас кто, лихач? Да, это лихач, собственно, персоны. Я поеду вниз. А лихач перепрыгнул, что ли? Да ну. Серьезно? Ай. Спорткар нас переплюнул, ребята. Он оказался хитрее. Мы еще и врезались, блин. Так, там лихач. Да, тут суперкар. Пора бы, наверное, и нам первое место занять. Как думаешь? Пончик Мэн. Мы вот так вот будем ехать с тобой, блин. Да. Пончик Мэн. Ты видел? Просто подрезал, да, друзья мои? Новый вид.
колес. Как мы его подари... Что? Кубок Штормрайдера? О-о-о. Так, и он тоже на ролике. И он опять же, он с ускорителем, с монетным, да? Он еще и с нитро. Так, Никита, вали ты нафиг. Не, ребят, тут вряд ли мне, конечно, получится его обогнать. Но ускоритель на этом. Че у него там, что? А, у него нитро. Ладно, первая гонка за ним. Блин, я ненавижу, еще трассу дали Штормрайдера, блин. То есть он поехал поверху, что ли? Ну ладно, он поехал поверху, мы тогда понизу. Я не знаю, где он там вообще находится, Никита. Но эту гонку мы взяли. Выиграли. Так, давай последнюю. От последней гонки все зависит. Так, он что там замешкался? Ну вон, ну смотри, вот он берет ускоритель этот, и все, ребята, и... Есть! Фух! Аж пересохло, ё-моё. Фух, ребята, сделал я его. Так что... Блин, ну вот куда угодно форсаж падает, но только не мне, а. Новый вид формулы, ничего себе, прикольный видок, кстати. Вообще топовый, да? А это что такое? Сезон был на уровне сундука. Один. А что значит сезон закончен, я не понял. Сезон завершен. Новая краска для багги. Сезон завершен, ребята, написано. Ну что, тогда и мы будем завершать сегодня серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!